Благодійні організації працюють, їх достатньо як у нашому місті, так і у цілому світі. Про благодійність будемо говорити з гостями, які прийшли до нашої студії. І це Марина Кузьменко і Сергій Кудлай, волонтери міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА», проєкту «Благотворче суспільство». З приводу благотворчого суспільства дуже є багато запитань. І, мабуть, іще більше буде відповідей від вас, тому що ми раді вас бачити і зустрічати волонтерів, які абсолютно безкоштовно роблять і творять добрі справи. Що для вас є благотворче суспільство? Твори благо, так? Це так і є насправді? Так, це люди з більше, ніж 100 стран, 180 навіть, творять благо і об'єднулись от в одну організацію. Організація називається «АЛЛАТРА». Вот. І зараз основний проєкт, який ми реалізуємо, це «Созидательне общество». Ми вже 9 років опрашуємо людей во всіх странах, проводимо багато конференцій, інтерв'ю знімаємо і спрашуємо у людей, в якому обществі вони хочуть жити. И люди практически все отвечают одинаково о том, что они хотят жить счастливо, хотят, чтобы было безопасно, чтобы мы могли жить в хороших условиях. И в результате мы провели такое социологическое исследование, опросив миллионы людей. Да, есть сайт «АЛЛАТРА Юнайтс», можно посмотреть все эти материалы. И провели такое большое социологическое исследование, вывели 8 основ. Это вот те желания и чаяния людей, которые... Вот высказали своё мнение, как они хотят жить. Угу. И вот, на них базуется все, на так? Них суспільство. Базуется. Ну, так. Це ж в ідеалі, це ж те суспільство, яке хочеться мати, мабуть, усім. Так, так. Угу. Це в ідеалі. Потому что люди, многие, даже не задумываются о том, что можно жить не только в потребительском формате, но можно жить и в созидательном формате. То есть вначале человек должен просто задуматься, что есть другой вариант. Угу. Але ж це утопія. І як ви думаєте, чи ви переконані, що ні? Я думаю, що це реальність. Чому? Тому що ми вже 9 років в цій реальності, і ми багато зробили проєктів. І утопією може це показатися тільки тим людям, хто просто мало знаком з движенням і з його проєктами. Угу. Вот. Тобто добрих людей у нашому світі таки більше? Більше. Вопрос в том, что недостаточно, может быть, все активные, социально активные. То есть человек может быть добрым, но сидеть дома на диване, да, и быть недовольным там какими-то обстановками. А есть люди, которые выходят и действуют в те же дворы, к примеру, начиная, да, вот с какой-то маленькой организации и кончая какими-то масштабными проектами, вот как вот мы в движении «АЛЛАТРА» делаем проекты мировые, международные, в том числе вот проект «Созидательное общество». И 11 мая 2019 года мы провели уникальную международную конференцию онлайн, аналогов такой конференции в истории еще не было, потому что не было технической возможности, когда люди из более 100 стран собрались локациями, подключились... 140, да, подключились в одном онлайн-звонке и с помощью волонтеров-переводчиков поговорили о том, в каком обществе мы живем, о тех кризисах, которые мы все наблюдаем, да, и что с этим можно сделать. То есть и пришли к выводу, что дело даже не в людях, а в потребительском формате общества. Угу. И важно вот этот вот формат, да, строить созидательный. Так родился інший, проект. Так, інший формат. И тут же, знаете, еще мета важлива. Тобто, що ми можемо зробити, виходячи із тих основ, про які говорять люди з усього світу. Вони хочуть жити у нормальному суспільстві, конечно, хочуть допомагати іншим і мати до себе такий саме відгук, який вони посилають тим людям, з якими вони живуть. А виходить, що дуже часто ми зіштовхуємося і з різними негативними проявами нашого суспільства. Сергій, от як ви думаєте, якою може бути мета, ну та найбільша, найширша мета, яка повинна лежати в основі і благотворчого суспільства, якщо ми вже про нього говоримо, і в основі кожної людини, яка хоче надихатися чимось, яка хоче створювати і створювати щось краще. Так.
Ну, благотворче суспільство – це суспільство, коли, ну, якщо можна, пожалуйста, я на русском буду. Создать общество – это общество, в котором не общество для меня, а каждый человек для общества. То есть тут немножко мы переворачиваем нашу вот эту стандартную пирамиду Маслоу, когда все как бы стихается к одному человеку. Тут надо радикально все переформатировать. То есть, ну, только многие говорят, там, разрушать старое, что-то не нужно. Нужно просто создать новое общество, построить, к которому мы перейдем. И в центре этого общества, конечно, должна быть жизнь человека. Собственно, то, о чем Марина говорила, 8 основ, первая основа – это жизнь человека. То есть это то, о чем говорили люди, что самое ценное в обществе должна быть именно жизнь, что это то, что в первую очередь должно цениться, и все вокруг этого выстраивается. Так и есть. И тому приклад – это, мабуть, величезна кількість волонтерів, які відгукнулися на війну на Сході. І наше місто, воно взагалі було передовим, і ми всі це пам'ятаємо, розуміємо, як люди допомагали і відривали від себе, і зараз продовжують це робити. Але ж я вам ще одне хочу сказати, що довіра до благодійних організацій і до усього, що навкруги цієї теми є, вона почала падати. Люди не довіряють, вони не хочуть чути про ці організації, тому що дуже часто зустрічається, що стоїть хтось за цією організацією, і не завжди кошти передаються і доходять туди, куди вони повинні доходити. І взагалі дуже багато різних суперечок, про які доводилося чути. Що ви можете сказати з приводу таких сумнівів? Чи це лише в українців, чи це в всьому світі такий відголос? Ну, діло в тому, що є ж ще волонтерство, да, коли люди здають кому-то гроші. І далі ми вже, в общем-то, не можемо відслідити, куди вони йдуть. Ну, вернее, ну, хіба що адресна допомога, да, так, якщо да, ти знаєш, да, да, куди да, пішли ці гроші. Да, или они идут частично. Допустим, вот у нас в движении, у нас нету понятия собирать деньги. То есть, если человек приходит в движение и говорит, я вам хочу помочь, хорошо, давай, что ты будешь делать? То есть, он становится участником. И если, а что допустим, он может делать? Он, вот у нас информационное волонтирование, ну, волонтерство, вернее. То есть, у нас есть тоже канал АЛЛАТРА ТВ международный, у нас есть много информационных ресурсов. То есть, первое, это что? Это вот общение, конференции, съемки, интервью, посещение мероприятий, где мы, прежде всего, с людьми общаемся и на своем канале тоже даем ту информацию, которую, ну, человек, может быть, где-то недополучает или хотел бы получить. Почему? Потому что мы общаемся с учеными, с разными людьми искусства и с известными людьми, то есть и мы задаем как бы те вопросы, которые люди хотят услышать. Вот. И когда человек приходит, он видит, что с него деньги никто не просит. То есть если ему нужна камера, да, он себе покупает камеру, он сам на эту же камеру снимает. Если он хочет, допустим, заняться монтажом или выезжать на мероприятие, он берет это и делает. То есть нету, да, скажем так, нету того, кто тебе говорит, что делать, потому что мы все вместе садимся, мы совещаемся, что мы можем сделать, да, какие у нас есть ресурсы, и сами делаем. И человек, который, да, не ленится, да, он приходит, посмотрит, он может убедиться, что это за организация, какие дела происходят и какие проекты. Так, тобто насправді виходить, що ви от зараз розкриваєте сутність людини і доводите, що таке вона варта називатися людиною розумною, людиною, яка здатна жити в суспільстві. І якщо вже все це нам присутнє, то ми можемо створити ідеальне суспільство. Так? Так. А от чому лише зараз така думка дійшла до нас? Вже скільки еволюція існує, і дуже довго і протягом там багатьох сторіч і десятиріч з'являлися такі пропозиції, які могли б об'єднати людей на цьому рівні, але вони завершались крахом. Есть два момента. Ну, первый момент. Технические возможности раньше не позволяли, да, привлечь такое огромное количество людей в такие кратчайшие сроки, делать такие масштабные проекты. Это первый момент. Второй момент. У тех идей, которые возникали, если мы проследим внимательно историю, даже если люди из добрых побуждений, ну, там всегда была власть и лидер. А когда есть власть використовувалися, и лидер, то начиналось... Добрі... Наміри. Использование людей в своих каких-то корыстных целях. Вот. Поэтому вот эти вот два момента, как бы, они очень существенные. Сейчас, благодаря технологиям, мы проводим конференции, собираем людей по всему миру. Вот у нас следующая конференция 20 декабря. То есть это уникальная конференция, когда люди со всего мира смогут подключиться и вместе обсудить мировые важнейшие вопросы. Вот Сережа так, может подробнее Сергей, рассказать, потому можна что он трошки участвует. Взагалі про такі
які масштаби. Ми вже зрозуміли, що люди можуть долучитися. Про що йдеться на таких конференціях переважно? Смотрите, я от чуть-чуть ще доповнив би, хотів сказати, що особливість нашого движення в тому, що ми принципіально вне політики і вне релігії. Тобто це такий принцип у нас номер один. Второй принцип, що ми не беремо ніякі гранди і допомоги, тому що інакше тоді нам будуть диктувати умови. Тому у нас дійсно... Все безкоштовно, все без підтримки, самі за свої силами, кошти. Да. А як же тоді ви можете збирати той ресурс, який вам необхідний? За який рахунок? Опять же таки, своїми силами, тобто кожен з нас роботи. Угу. Тобто ми, скажемо, у кожного є своя професія. Кожен іде, як звичайно, як всі нормальні люди. Тобто ви можете бути корисним, виходячи з того, що ви вмієте робити, так? Смотрите, я, наприклад, хірург вообще по професії, да, но, допустим, обучився операторському искусству, обучився монтажу, обучився там ведению прямими ефірами і так далі. То есть свободне от роботи время. Надо нам було там какое-то оборудование купить. Ну, там были у меня возможности финансовые, там были у Марины возможности, были у остальных ребят. Мы взяли это, купили, мы его используем. То есть мы этим пользуемся. И вам не шкода було? Ні, звісно. Віддати, відірвати від себе. Не, я, ну, я чому запитую? Это, тому що це питання, яке насправді не завжди буде стояти. Воно перший час якийсь буде існувати, і вам будуть ставити такі питання? А як же тоді? А от, допустим, вспомніть мецената в Дніпропетровська, Поля, от, допустим, наш город, да, он возродился благодаря, можна сказати, усилиям одного чоловіка, который, да, нашел железную руду, і которому отказывали все, он своїми силами, своїми деньгами раз звів металургію, благодаря йому построїли і мост, і вокзал, і трамвай пустили, і інститут. Тобто він був меценатом. І якщо вот посмотреть мецената Дніпропетровська, Ляшка Попіль, да, врач був теж, він безплатно лічив людей, тому що тоді медицина була недоступна. Ну і так далі. Тобто вот меценатство, воно зараз возрождається, не тільки, в общем-то, в Україні. Так, і взагалі в світі дуже повсюдженим є благодійність, вона завжди була на першому місці, якщо ми говоримо про такі країни, як Америка, наприклад, так? Дуже багато зірок, які вкладають свої кошти, в них є можливість, і вони там актори, так? Вони вкладають в якісь справи, там, не знаю, на порятунок, чи там на розвиток чогось, так? Ну, ми не будемо зараз поглиблюватися, але ми знаємо, що і інші суспільства, ну, так будемо їх називати, так? Якісь вузькі суспільства, вони підтримують цю справу. У нас трошки інакша ситуація зараз, можливо, от вона починає зароджуватись саме таким чином. Я от просто хотів би ще додати, що це я не відриваю від себе, це я роблю в тому числі же і для себе, тому що я теж хочу жити в другому обществі, я теж хочу, щоб цей мир змінився. А ви чимось не задоволені? Просто так іще питання таке. Звісно, ну, смотрите, мене не устраиває, да, от теж взяти ЮНІСЕФ, там, кожен день по статистике там до 8 тысяч детей умирает от недостатка там воды, там еды и так далее. То есть меня не устраивает, что есть бедные. Я не против богатства, да. Меня не устраивает, что есть бедные люди, которым тяжело сейчас приходится. Меня не устраивает, я сам медик, меня не устраивается то, что доступна медицина. Я бы хотел, чтобы она более была доступна тоже для людей. Переформатировать вообще образование, все эти дела. То есть я просто понимаю, что мы можем жить лучше. Я знаю, что мы можем жить лучше, и я уже убеждаюсь в этом, участвуя, как же, ну, в проектах движения. Я это четко понимаю, я это четко знаю. И вижу, сколько добрых людей по всему миру, и сколько уже стараются, работают в этом направлении. Я знаю, что это будет. Поэтому мне абсолютно не жалко, я наоборот рада и потратить во всю любую возможность и свое время, и финансовые возможности, только бы это наступило как можно быстрее. Так, а ви думаєте, що це буде близько? Ну, скоро, я маю на увазі, а у нас, от, допустим, є ще такий момент, ми проводимо практично кожну неділю різні конференції. То есть у нас волонтеры разных специальностей. Плюс приглашаем еще также людей, которые имеют созидательный внутриотклик. То есть экономические, педагогические, там, по медицине, по искусству. То есть проводятся такие конференции, где юристы, где специалисты в своей области, да, говорят о том, как можно, какими схемами выстроить, чтобы это было в созидательном русле. Ведь есть много примеров в других странах, когда уже внедрили определенные вот моменты, там, безусловный базовый доход и так далее. Да, мы
мы сейчас не будем как бы перечислять. Ведь все это есть, это все просто надо вот обсудить, и чтобы люди сказали, да, мы так хотим, и активно заявили свою позицию. Ведь... И еще, не треба керуватися, ну, можно прийти до хирурга, нехай він полікує, так? А ви займаєтесь чим в звичайному житті, окрім волонтерства, Марина? Я займаюся, я вообще на сьогоднішній момент домохозяйка, у мене двоє дітей я воспитую, да? Но свободно от, скажем так, семьи время я посвящаю социальным проектам. Вот. Сергей, он врач. То есть так же само у нас люди разных профессий, вот юристы и так далее. Да? И мы... Ну, я маю на увазі, що можна всередині цього суспільства отримати там один від одного якусь допомогу, не витрачаючи... Это, как говорится, там, саму собой. Да. Ти можеш щось подаруй іншому. Если мне надо полечить свекровь, то вот мой друг, он бесплатно мне полечит. Ну, скажем так, да, это нормально. То есть то, что у нас взаимодопомога, это вообще нормально, мне кажется, вообще между людьми. Это так должно быть. Да, но хочется просто вот в чем движение «АЛЛАТРА», в чем смысл? Что человек становится социально активным. То есть он не пассивен, да, он не сидит на диване и перед телевизором, как все плохо, а он делает то, что он может делать. То есть вот в этом вся суть. Движение «АЛЛАТРА» — это движение активных, социально активных людей в каждой своей области. То есть мы объединяем разные организации, волонтерские и другие. То есть хоть кто-то что-то делает, то есть мы на одной платформе объединяем этих людей, мы вместе делаем круглые столы, мы объединяемся, и сейчас уже масштаб, ну, довольно-таки масштабный, скажем. Та вже зрозуміло, якщо 140 країн приєдналися. Сейчас так. Уже 180. Один раз. 180? Сейчас, так швидко оберти йдуть. Уже на следующей вот, конференции. Вот, допустим, вот это 20-го числа конференция, если кто захочет просто посмотреть, чем мы занимаемся, просто можно подключиться и посмотреть, послушать. Да? Це кожного тижня проходять такі конференції, які займають скільки кожного, часу взагалі? Кожного тижня проходять різні тематичні, там, допустим, от 2 до 6, до 12 часов, смотря какая тема. Є у нас калейдоскоп фактов, там історичні передачі, они достаточно долгие, да, специалисты рассказывают. Но вот, вот такие вот масштабные, как 20 числа, да, они реже проходят, поэтому здесь как раз можно увидеть вот то, что происходит, потому что человек часто не осознает масштаб. Ему кажется, ну что там, я сижу вот на диване, да. Когда человек видит, он видит, что это есть, и он знает, подожди, так я же тоже могу подсоединиться. Это же интересно. Звичайно. Ну, наостанок хочеться все ж почути від вас ті слова, які, можливо, надихнуть людей для того, щоб вони зробили теж якусь добру справу. Щоб вони, можливо, жили не тільки в своєму світі, а і розуміли, що поруч є ті люди, які теж бажають кращого суспільства. Ну, давайте, Марина, ми з вас почнемо, а Сергієм завершимо. Будь ласка. Очень хочеться пожелати людям, щоб люди вставали с дивана и начинали что-то делать. Пусть с уровня своего двора, да, пусть это будет в рамках какого-то проекта, но человек, когда начинает созидательную деятельность, он становится реально счастливым. То есть вот люди говорят, а зачем вам это надо, что вы получаете? Я получаю чувство счастья. И вот я хочу всем людям пожелать просто быть счастливыми, это легко. Так, Сергей, будь ласка. А я хочу пожелать, мы недавно с другом тоже общались, я ему рассказывал о проекте, и он сам сказал, что все наши проблемы в голове. Поэтому в первую очередь нужно убирать вот эти все ограничители, которые стоят у нас в голове, что что-то там невозможно, переключаться на позитив, говорить о добром, потому что мы привыкли капсулироваться в негативе и только это обсуждать. Но чего мы хотим, как мы это хотим, мы не говорим. Во-первых, убираем стопор в голове, что это невозможно, что это не нужно, или что это, допустим, я не могу. Вот. И начинаем действовать. И потихоньку, хотя бы даже словом, хотя бы к маленьким добрым поступкам, но это все, вроде бы, казалось бы, маленький незначительный поступок, но с этих незначительных маленьких поступков в конечном итоге образуется такая волна добра и позитива, поэтому, ну, на самом деле, оно дорого стоит. И, скажем так, кто, если не мы? Поэтому все зависит. Є ще такі люди, дуже рада бачити у нашій студії справжніх волонтерів, які безкоштовно, без розуміння, що вам віддячать, роблять добрі справи. Я вам бажаю успіху. І я знаю, скільки треба пройти ще, щоб довести іншим людям, що це потрібно для нашого суспільства. Але мужності, терпіння вам, і нехай все вдається. А ми побачимо з вами вже завтра о 13:30. До побачення.